Голосовое от Юри. Привет. На аукционе, продающем имущество Фиска, сработала сигнализация. Можешь проверить? Только тихо. Не хочу поднимать шум на пустом месте. Имущество Фиска? Интересно. Что же прятал главарь в своих чуланах? Пришлось пойти в лабораторию. Прости. Не извиняйся. Просто знай, то, что ты сказал, для меня очень важно. Я всегда сомневаюсь, так ли веду себя с тобой. Ну, не сомневайся. После гибели родителей и дяди Бена, если бы не ты, я много раз развалился бы на части. То же самое я могу сказать про тебя, Питер. Хочу, чтобы ты это знал. Мэй, я не знаю, что сказать. Кажется, мистеру Ли нужна моя помощь. Мне пора. До скорой встречи, дорогой. Я тебя люблю. И я тебя. Теряю терпение. Где эта папка? Здесь кто-то еще. Наверное, он его взял. Эти маски. Кто же они? Здесь нет никого, кроме нас. Мы найдем папку. Или ты умрешь. Все плохо. Вспугну их, она умрет. Сниму их незаметно. Юрий, тревога не учебная. Парень в маске и с оружием взял заложника. Похоже на ограбление. Принято. Посылаю к тебе отряды. А ты пока следи, чтобы ситуация не ухудшилась. Есть, мэм. Нужно по-тихому, чтобы никто не услышал. Закутанные в паутину, они выглядят так мирно. Надо подцепить его сверху. Осторожно. Тише, тише. Кто-то идет. Терпение истощается. Клянусь, она мне не показалась. Папка наверняка у нее. Если они здесь, то где же они? Не знаю. Не знаю, я просто не знаю. Живей, плохие парни сейчас плохо себя поведут. Так намного приятнее. Эй, а что это?
Это же принадлежит... Стоять! Знаешь, если бы мне платили за все стоять... Эй, Пит. МДжей? Что ты тут делаешь? То же, что и ты. Работаю. Ну или... работала. О, кажется, это твое. Ага, спасибо. Это Робби велел написать о взломе для Бьюгла? Ну, вообще-то Робби не знает, что я здесь. И взлом начался лишь пару минут назад. А что? Сейчас расскажу. Простите? Я Мэри Джейн Уотсон, освещаю продажу коллекции Фиска. Да, но Крейг сказал, что встреча завтра. Я люблю все делать быстро. Ну, а я нет. Вам придется прийти завтра. Да, конечно. Простите. Эй, Крейг. Нет, извини, но... похоже, на обложку придется ставить что-то другое. Даже не знаю, может, того экспрессиониста? Знаете что, я думаю, сегодня получится. Вы уверены? Вы здесь, зачем же откладывать? Спасибо. Крейг, забудь. Порядок. Давайте приступим. Осмотритесь тут и ознакомьтесь с предметами. Как закончите, я буду ждать у статуи Баку. Сейчас. Фиск, похоже, почувствовал родную душу. Делай то, что не станут другие. Ха, самоконтроль — это не про него. Я понимаю, почему Питер это делает. Но вот не люблю я этих героев под маской. Ведь после всего хочется с чувством выполненного долга сказать: «Да, это моих рук дело». Ну, мне бы точно хотелось это сказать. Фиск нанес этим Питеру глубокую рану во время их первой схватки. Пит смог уйти, я нашла его у дверей почти мертвым и еле довезла до больницы на папиной машине. Так я в первый раз стала медсестрой МДжей. Помню, как Фиск начал незаконно возить такие артефакты. Он купил для этого местный порт и уволил всех, кто там работал, включая моего папу. Жаль, что папа уже не увидит, как все обернулось. Симкария. Что-то было в новостях? Иногда мне кажется, что вся история мира — это просто игры мальчишек, которые хотят подраться. Не могу забыть этот образ. Сколько напряжения между двумя фигурами. Киото. Красота. Иногда я хочу бросить все и просто путешествовать. А потом вспоминаю о работе и всем остальном. Как же Фиск это называл? Ванесса? Скажите, как будете готовы. Хорошо.
освещала преступные тайны. Журналистские расследования старой школы. Она мне нравится. Эта трость меня бесит. Безвкусица. Слышен даже на том свете, да? Хотелось бы в него позвонить. Сколько я дам за эту коллекцию коварства и обмана? Начнем торги с 10 000 разрушенных жизней. 10 000 раз. Мэй бы это понравилось. Да, я ведь скучаю по Мэй. Начнем с самого ценного. Уникальная фигурка в стиле Кокеймон. А, красота. Это Мифуне? Верно. У мистера Фиска тонкий вкус. Вы много с ним общались до ареста? Ну, по вопросам работы. Я помогала ему с аукционами. Прошу вас, пойдемте. Этот изысканный шедевр – характерный пример традиционной техники Тарасикомы. Эти два Нео впечатляют. Понимаю, почему это нравилось Фиску. Его стиль, да? Двойственность. Труд создающих, тих среди шума, разрушающих. А на этих его аукционах хоть раз случалось что-нибудь необычное? Нет. Нет, конечно, нет. Я ни о чем таком не слышала. Полюбуйтесь золотым орнаментом на этом чайном наборе. Знакомый из прокуратуры как-то сказал, что Фиск там отмывает краденые вещи. Я абсолютно ничего об этом не знаю. О, конечно. Просто интересно, теперь, когда его арестовали, вы не припоминаете ничего странного? Знаете что? У меня не так много времени. Почему бы нам не сделать фото для обложки? Когда я сказала, что буду писать про вас, мой друг из прокуратуры ответил, что знает ваше имя. Просто фото, пожалуйста. Встаньте там. Вы уверены, что вам нечего рассказать о делах Фиска? Может быть, не под запись? Сомневаюсь, что вашим читателям будет интересно. Черт, подождите здесь. Ого, стойте. Это же... О, сфотографирую. Этого готово. Крэг, я перезвоню. Дорогая, мне кажется, вам уже пора. А можно воспользоваться туалетом? Конечно. Идите за мной. Спасибо. Здесь очень симпатично. Да, и вы видите это место в последний раз. Женский за углом. Не задерживайтесь. Конечно. Сейчас вернусь. Привет, Крейг. Забавно, что ты позвонил. Потому что твоя журналистка явно не собирается делать нам рекламу, как мы договаривались. Нет, она сейчас здесь. Надо попасть в ту подсобку. Если я правильно узнала ту статую, тут пахнет крупной статьей. Что значит, ему пришлось перенести? Если это не твой репортер, то кто она, Крейг? Кто проник в мою галерею? О, Господи! Нет, ты не сможешь разобраться.
Ну, первым делом я добьюсь ареста этой мисс журналистское расследование. А сразу после этого я снесу тебе голову, Крэг. Черт, она злится. Совершенно верно, это угроза. Ага. Точно, Крэг. Ясно. Я тебе не верю. Погоди, что это? Пит мне об этом рассказывал. Фиск прятал в ней улики. Почему же копы ее не забрали? Эта статуя должна открываться. Но как?